Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня Brawl Stars, как обычно. Как обычно, я до хрена насливал, тика слил, было 750, кубков слил до 700. В рендопчике просто парни творят чудеса. Леона зато апнул до топа. Вчера немножко посидел в одиночных и 750 апнул. Ну, если сидеть в одиночке, либо в шедешке в парной, можно, в принципе, быстро апать до 700 кубков без проблем. Кого мы сегодня с вами потестируем? Давайте попробуем Эль Приму поднять немножко кубасиков, потащить, поугарать, побомбить. Будем делать мега-мега забеги сейчас. Здорово, ребятушки! А это я. Не убивайте меня. Я хочу жить. Надо, надо какой-то челлендж сделать. Типа, попробуй выживи. Вот, отлично. А теперь побегаем. Побегаем, девочки. Я не помню, правда, какая там у меня ульта на нем стоит. Что это было? Не успел я побегать. А, вот пошла жара. Здорово, бро. Ну ты куда, бро? Блин, я его хотел погладить, а он вот так вот со мной. Чик, здорово, бро. Здорово, 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 подружка. Как у тебя дела? Я знаю, что не у тебя хреново, потому что вы слили катку. В общем, мне нравится он с бегом, он кайфовый. Видите, мы даже получили каким-то образом, каким-то чудом звездного игрока, потому что мы немножко побегали. Ну что, поехали дальше? Поехали следующую каточку, ребятушки. Сейчас будет жесткий музончик, и сейчас мы будем жарить. Кого мы будем сейчас жарить? Ну, в принципе, Starbucks. Ну, Starbucks, поехали. Поехали, будем гладить, ребят. Здорово, ребятушки. Ну да, конечно. Она думала, я на это поведусь. Двигаемся под музончик. Танцуем, детка! Танцуем! Я сказал, танцуем! Куда? Я хочу танцевать! Ой, блин, надо, по-моему, их жахать уже. Что-то я затанцевался, ребятушки. С этим музончиком, блин, ничего хорошего не будет. Детка, дай я тебя поглажу. Блин, откуда у них взялся там еще один этот? Так, теперь отсюда убегаем. Делаем вот так вот. Эха! Эха! Пошла жара! Ты посмотри, какой он пруткий. Эх, чуть-чуть не хватило. О, блин, 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 мне кого-то надо погладить. Ребятушки, дайте хоть кого-то погладить.
Бро, здорово! Танцуем? Танцуем, детка? Детка, танцуем. Нормально. Вот я считаю, это нормально подвижевали, нормально потанцевали, поехали дальше. Под такой музончик гладим полностью всех. Видите, мы нежные, ребятушки. Мы сегодня с вами нежные. Нежный, сладкий. Поехали. Так, что-то я не увидел, кто тут у нас. Тут у нас жесткие типы. У меня аж волосики зачесались. Не буду говорить, где. Так, что, будем гладить коробочку? Кого будем гладить? Будем гладить ее. На! А, не успел. Не успел, не успел, не успел. Вы посмотрите на это, падла. Мелкая, он хотел нас замедлить. Блин, ну что ты так подвисаешь? Тазик, я тебя хотел погладить всего-то. Танцуем? Да-да-да-да-да-да. Так, надо убегать. Эй, не дали погладить. Так хотел Шелли погладить, блин. Нифига себе. Нифига себе. У меня забрали звездного игрока. Так нечестно. Так нечестно, ребята. Как так можно? Поехали дальше гладить следующего. Следующий у нас... О, бро, твою лысенькую головку надо по-любому погладить. Я не знаю, каким образом, правда, мы будем ее гладить сейчас. Блин, подвисает так еще, конечно. Нифига себе, красава просто. Блин, подвисла. Не успел я тебя, бро, закинуть тебе на шейку. Танцуем. Девочки, девочки, танцуем. Танцуем, девочки, девочки. Ёпарасоте! Вот так вот их. Ну, ребята, я все, что мог, сделал просто. Просто танцор от Бога. Танцор по жизни. Здорово, бро. Потанцуем. Короче, не знаю, Эль Примо, как по мне, под музончик реально, под музончик зажигает. Поехали, еще каточку, надо еще каточку по-любому. В общем, вот так вот я развлекаюсь в рандомчиках Бравл Старс. Там некоторые ребята пишут, ты играешь так, у тебя бущенный аккаунт. Но, ребята, здорово! Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Не, бро. Это запрещенный прием был.
Чуть-чуть не хватило нам. Обидно. Так, кто это у нас тут бегает? Чё это вы у нас тут крысите? Я не понял. Я побежал! Здорово, бро. Чё-то ты не меткий. Короче, вот так вот. Я рукожоп, ребята, я играть не умею. Не умею я играть в Brawl Stars. Ну чё, давайте попробуем уже добить 650. Я надеюсь, у нас это получится. Мы всех погладим. Ну куда такое чудить? Вы что? Блин. Обидно. Я хотел сразу двоих пожарить. И погладить, и пожарить. Так, ну не подвисай, пожалуйста. Эх, не повезло. Не повезло. Почти троих гладанул, ребятушки. Почти. Давай, бро. Давай, нажимай. Ты ж меня видишь. Бум, бум, бада, бум. Блин, ну немножко не дожал. Ну где мои, блин? Ну что такое-то, а? Чё вы спите? Вы что, не видите, что батька бежит за вами? Ну не дай, пожалуйста, не дай. Я хочу еще потанцевать с ними. Красава просто. Просто красава. Бум. Биг бада бум, биг бада бум, биг бада бум. Здорово. Я иду к тебе. Вот, в общем, как-то, ребятушки, вот так. Ах, опять скоммуниздили у меня, блин. Обидно. Ну что, давайте еще одну катку. А то как-то надо слить, просто надо красиво слить. Поехали. Я не знаю, кто они. Вы кто, ребятушки? Так, надо какую-то интересную музычку, а то это что-то неинтересно. Ну что за подстава-то, а? Прям в яйке, ну у тебя совести нету, что ли? Так подставлять, блин. Не, это было обидно. А чё он не хочет со мной тягаться? Вот, отлично, зарядились. А чё это было? Я не понял, а чё ульта не прошла у них? Странно как-то. Бро, ты куда? Ну не подвисай, ну не надо подвисать-то, а? Эх, блин, люблю эти лаги, конечно, я.
Ну, молодцы, во всяком случае. Во всяком случае, они дали мне стимул до следующей катки, чтобы я обратно... А, у меня ровно 650. Ну, поехали, ребятушки. Еще один раз жахнем, думаю. Поехали. Еще одна каточка. Там был просто музончик хреновый. Тут сейчас мы будем гладить. Мохаммед и диджей. О, щит. Тут прям диджей у нас. Здорово, ребята. Ты куда, мой юный друг? Я за тобой прибежал. Я тебя хотел потанцевать. Как ты мог? Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ну зачем ты разбиваешь эти лабиринты? Им же ж не будет где прятаться. Не, бро. Бро, перестань. Тихо, убегаем. Кристаллы нам не надо. Нам кристаллы не надо. Ну как не надо? Надо вообще-то. Так, я надеюсь, вы не убьете моего этого диджея. Диджей. Диджей. Ну вот скажите, вот как можно так играть, когда тебе делают такую подставу? Да это просто пипец. Мало того, что подвисает. Пипец. Жестко. Красава. Реально красава. Красавчики. Хорошо. Молодцы. Вот это красава. Красиво сыграли. Теперь у нас есть стимул вернуть 650, либо слиться вниз. Я, конечно же, не буду вам монтировать там, вырезать, что вот до момента затащил. Все должно быть так, как я играю в рандомчике. Что это было? Что это было? Так, мне самое главное зарядить ульту. О, опять диджей с нами. Диджей, йоу, диджей. Йоу, диджей. Блин, не успел. Вот прикиньте, подлюки, не успел. Ладно. Примем тактику кустодрочерства. Не, бро, ну не надо так делать. Имей же совесть. Вот не любят они меня. Они меня просто... Просто не любят. Просто не любят, просто не любят. Здорово, здорово, здорово. Ой-ё. Ой-ё. Ой-ё, кто тут у нас? Вот так вот, ребятушки, я летаю. Я летаю, я в раю. Не успел, да, бро? Тихо! Тихо, батя, это был батька убегал. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.